Здравствуйте! Сегодня с вами будем печь пирог с рыбой. Рыба у нас называется лакедра. Вот я ее уже от костей все удалила. Сейчас будем резать. С картошечкой. Вот картошечку так вот тоненькими прям нарезала. Вот, соль и перец. Больше нам ничего не понадобится. Тесто у меня уже готово. Сейчас мы рыбку порежем с вами и будем делать пирог. Вот такая вот, вот рыбка у меня лакедра. На кусочки разрежем. Я вот на такие маленькие небольшие кусочки разрезаю. Большие не делаю. Ну вот я порезала такими кусочками небольшими. Теперь складываю. Отдельно. Маленько поперчим. Посолим. Перемешаем. И картошечку. Это готово у нас. Теперь будем раскатывать тесто. Тесто у нас готовое. Я уже приготовила его, оно настоялось, поднялось. А кто не хочет заморачиваться, может купить себе тесто. Вот, отрезаем вот тесто. Кусочек. Подраскатаем и положим на лист. Вот у меня небольшой лист. Я накрыла его пергаментной бумагой для выпечки. Маленько смазываем маслом, чтобы у нас не прилипло. Наше тесто. Тесто нам нужно сделать так, чтобы оно было на края. Так вот. Вот. Вот так мы сделали тесто. Маленько напускаем на края. Теперь мы выкладываем с вами картошечку небольшим слоем. Так, первый слой выложили. Теперь сверху накладываем рыбку. Так вот. И сверху еще картошечкой. Разложила сверху еще картошечки и чуть-чуть картошечку приперчим. Так. А теперь будем еще один лист теста раскатывать и накрывать сверху. Сейчас раскатаем, этот пласт будет поменьше, чем первый. Так, этого хватит. Теперь вот эти вот, которые у нас были в крае, с напуском, мы их вот так. Thank you.
сверху кладем наш вот этот лист теста. И прищипываем немножко по краям. Сверху еще смажем яйцом, чтобы он у нас был блестящий. И поставим в духовку. Вот сейчас яйцом. Смажем и отправим на 40 минут в духовку для запекания при 180 градусах. Наш пирог полчаса попекся, вот такой прямо стал румяненький. Мы его сейчас накрываем пергаментной бумагой для выпечки, чтобы он не сгорел. И заново закрываем еще 10 минут, чтобы постоял. Наш пирог с рыбой готов. Приятного аппетита!